Карл был как никогда близок к дому, Фредди должен был встретиться с канадцами у Вини. Апреля 1917 года. В небе над Вими Джордж, британский летчик, выполнял для артиллерии разведку германских позиций. В тот день возглавили атаку канадцы. Всем привет, с вами Срок. Я провожу играть Валенхард. Мне то буквально уровней 5-6, чтобы допройти эту очень интересную игру. Да, сейчас мы идем дальше. У нас тут какая-то ракета, да, первый час. Ракета, да. Вижу себя тут бетовая. Опусти. Так. Уничтожим немцев. Так, тут какой-то штрих, что-то мне показывает. Бежим. Ага, немцы крать по нам огонь. Быстро, очень быстро нужно бежать. Так, я пришел до куда-то, там непонятно, да, там ракеты. Так. На 40 градусов. Ага, вот рычаг. Стреляем. И никуда не попал. Пробую на 20 градусов. А тут нигде. Не видно, где есть ракеты. Как-то может стрелять из-за себя. Что у нас здесь? Так, что это у нас за установка? А, вот. Что это? А, вот, да. Так, между 55 градусами и 75 градусами. Да, да, вот, где-то 65 градусов, ясно. И тут 520. Так. 5 градусов, короче, все ясно, я понял. Так, что у нас где? Каска. Очень нужный предмет. Так. Огонь. Так. Огонь. Есть попадание. Отлично. Но где-то здесь. Огонь. Нет, не попал. Так, значит, 55, 70. Где-то здесь. Огонь. Не попал. Да, попал. До 60 градусов был. Все отлично. Путь открыт. Можно идти дальше. Продолжаем наш путь. Так, командир покажет дальше. А, немцы опять по нам. А, сейчас. Бля, ну что это за хуета? Нервы уже. Бежим. Ебать, меня уже убило. Ебать, охуеть. Вот, ну вот, неужели я побежал? Так, что дальше? Так, у нас тут...
Меня убило опять, ёбаный в рот. Так, ну вот, я прорвался. Дальше неужели? Бежим, пулеметы гасят очень сильно. Пушка шмалит. Пробивай, 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 молодец. Дальше, дальше. Все. Лично. Да. Самолет прям у нас. Тихо-тихо-тихо-тихо. Чтобы осколка меня не прибило. Так, тут наше орудие. Добежали мы. Да, ага, это немецкая, немецкая это пушка. Так, вот тут стреляет. Наша нужно идти в ней. Что у нас здесь? Так, да, это еще две монетки. Артефакт. Я для меня можно сказать. Что у нас здесь? Здесь нет рычага. Так, шестеренки. Еще. Так. Вставляем. Опускаем, судя по всему. Сейчас должна заработать пушка. Так, поднимаемся. Да, мы ее развернули в другую сторону. По ком стрелять-то? Да, отлично попал. Да, цель уничтожена. Отлично прыгал. Отлично. Двигаемся дальше. Бля, прям на мину, сука. Так. Двигаемся. Так, пошли. Танку приходится не видеть. Не-не-не, спокойно. Что, блядь, не... Ух, пронесло. Не-не, спокойно. Так, танк. Ё, не бойся, бойся. Так. Чё дальше? Что за херня? Нужно сесть там. Одного не так. Так, ну я иду двигать дальше, я вроде меня не прибило пока. Так, двигаем, двигаем, двигаем. Двигаем дальше, дальше, дальше. А мне, блядь. Бежать, сука, убила, блядь. Пиздец. Так,
Ебать. Ебать, ну как? Ну я прошел это. Почти сразу признался, что сегодня реально не идет мать. Не идет дальше. Герою. Потом вот их моляю. Разочек жахнули. Так, так нужно немного подкорректировать. Так. Пробуем до конца чуть-чуть продвигать. Ага, ну замеряем. О, Фредди. Легенда чудным образом уничтожил их. Я просто стрелял и попал. Самое интересное, попал. Ну, я сам не знаю. Просто чудом. Так. Наверное, последний. Да. Секретный элемент. Да, получаем медальку. Отлично, просто. Движемся так, что к чему. Так. Надо постараться двигать два. Но я им помогу. Делает. Да, после я сделаю. Множества неудач, ценой огромных жертв, канадцам все же удалось отбить эту высоту у немцев. Вероятность участия США в войне возрастала с каждым днем. Письмо младшего брата Фредди подтвердило, что их страна уже буквально рвется в бой. Карл был в паре сотен метров от фермы Эмиля, когда рев французских воздушных патрулей заполнил апрельское небо. Так, теперь играем за Карла. Вы в пару сотнях метров от фермы Эмиля. Так, что у нас тут сельское хозяйство в годы войны? Понятно. Так, движемся дальше.
потихоньку газ. Заходим в дом. Реально все в этом дыму. А, уже завалы. Ни черта не видно. Так, вверх. Что это у нас? Ни хрена непонятно. Ага, какой-то херня, которую нужно поднять, да? А. Так, опускаем ведро. Так, ну залазь. Ага. Ты чё я подняла? А, вот ко мне. А эту херню поднял, да? Теперь, собака, эту херню опусти. А, блядь, чтобы он не прибил. Отлично. Залази мне. Подымай. Отлично. Так, так, стопэ, стопэ. Собака. А, собаки здесь проспел. Так, секретная дичь какая-то. Ага, вот я и пришел сюда назад, что ли? Ну да. Ага, собака там будет стоять, ее нужно спустить. Отлично. Двигаем дальше. Так. Иди. Здесь же собака, ну а где она? Подсказка не надо, я сам все знаю, что нужно делать. Так, ну я посмотрел все-таки подсказки. Ну, я сам как бы знаю, что делать, но какая-то херня. Реально какая-то херня. Так, ну я что-то тут намутил. Ну вот, подвинул я эту штуку, а дальше чё? Так. Ну, друзья мои, я допетлял. Так. Собаку вперед на тележке. Это было элементарно. Писец не думается, мне вообще никак не думается. Я вообще что-то не пойму. Ни себя вообще, ни кого в этой жизни. Я тут. Так, кидаем эту херню. Ага, все правильно. Идем дальше.
туда просить на помощь. Двигаемся сюда. Ага, не нужно через верх. Так, двигаемся назад. Еще одна пытка. Разбирать. О, разбирать. Отлично. Вверх. Так, только что тут надо купить? Так, сюда. Да, когда здесь дым, очень тяжело играть. Здесь нет ничего. Двигаемся назад. Так. Пока. Движение нужно поднять. Отлично. Ага, вот. Просек я. Подсказка, точнее, показала мне. Что да почем? Собака. Ну, что за херня? И где собака вот? Хуй пойми. Ну я, короче, пронюхал тут схему эту. Все, вот я выхожу наконец-то из этого голимого дома. Вот я иду дальше, вот, все отлично. Поднимаюсь на крышу. Мучился, но я это сделал. Так, дальше идем дальше. Вот. Отлично. Такс, что у нас дальше? Так. Что у нас тут? Залазить никак, да? Ладно. Ой-ой-ой, лестница обламывается. Ёпта. Упал какой-то. Так, спокойно. И по всему идти надо дальше. Да, наверх подниматься нужно. Именно туда. Так, это нужно разрушить. Отлично. Вниз. Сюда. Так. Тут вверх. Ага, назад. Можно чище. Так, еще где-то. Я въезжаю. А, вот еще лестница там есть. Отлично. Так, у меня очень сильно зависла игра. Я проиграл уровень, и вот я провалился вообще в подвал. Вот Эмма. Мальчик. Эмма, не ваня, не ваня. А, чё? И мы падаем.
Как можно ее взять? Чего? Хватаем ее. Нужно натекать, нужно натекать. Хоть в ту я сторону иду или нет? Надеюсь, в ту, да. Какие-то просветления вроде уже есть. Да, давай, давай, Карл, давай. Ты еще, еще, еще ведь. Лично, давай, давай, Карл, быстрее. Чего? Вздыхается Карла. Это обидно. Апреля 1917 года. Эмиль был еще слаб, но генералу нужен был каждый солдат для крупного наступления. Это была очередная битва, решавшая исход войны. Ну, наверное, этот уровень. Я в следующем выпуске это будет уже финальный выпуск. Там будет три локации, но это вот это то, что сейчас будет большая, а те две, как мне кажется, они будут не сильно большие, так что ставим лайки, поддерживаем лайки, до скорых встреч, с вами был Срок, пока.